Но опять же, тут смог вот команды Танфу будут они входить на Разора. Ну и Джун может склеить ласты от этого. В принципе, он это и сделает, мне кажется. Да, будут саппорты. Есть Шеклс неплохой. Ну и сейчас главное нарезать. Есть Клэп и Джун отправляется в Ставерну. И 1-0 за командой Танфу. Ну, опять пошло в атаку у нас на Джуна. Джун много дэм уже вливается. Есть Шеклс. Ну и минус у нас Джун. Да, именно так. Ну и в принципе все. Ничего особо сложного и не придумаю тут, ребята. Сларк, есть паунч, проблема у Лишрака. Лишрак живет. Ну, ультимейт юзает также у нас Сларк, ну и минус у нас Лишрак. Это уже 3-0. Вот команда Танфу. Нейтральных крипов. Так, цепанули у нас Кабу, Кабу. Отправляется у нас Тавер, но есть первый фраг команда IG. Тут еще есть Саду Шаман, можно его цепануть, конечно же, станчиком откинулись. По Нэчи с профиту, Чуань очень битый, Ксяо отправляется в догонку, ну нет, не пойдут. Рестлбэк. Приходит портал, но конечно же, погибает. Ну, езжает Миказ, пытается тут жить, но очень долгий сайленс, ну и да, умирает тут, скорее, с мыши. Так, ну что ж, последний Т1 падает команда Танфу. Вырывается у нас Брюмастер, хороший мистик-плеер, залетает по пистолбэку, станчик с Лишака никуда не залетает. Вот только что, минус у нас Лишлак. Вот это два Сларк. Ну и Тауэр добьют или нет, или отойдут. Отходят ребята. Ну, тем временем Танфу, вроде бы как сверху, хотят что-нибудь сообразить. Имеется тринты, пошел марш машинс и ставятся тут варды Шадо Шамана, которые должны сейчас развивать Тауэр. Есть еще некрафторы. И тавр тут падает. Тавр тут падает. Время у нас драка происходит на мидл-лейне. Забрали у нас Лишака и дальше застанили у нас Кси. Кси должен уходить отсюда. Прилетает Профет, нет, меняет телепорт. Ну, одним фрагом тут обошлось все у нас. Ну еще и тут Шейхов есть, тут Шаду Шамана, минус Шаду Шаман, мистик плеер никуда не летает, Дарпак там убивает у нас Чуаня. 2-1. 2-2, точнее, это еще неплохие ракеточки от Тинкера выходят. Феррари. Ну и минус последний Т1. Не так уж и много экшена в китайской доте, как видим. Ну и Феррари, ой-ой-ой, ошибается Феррари, топа пытается сделать и улетает все-таки отсюда. Ого. Ну, продолжает развлекаться у нас Ларк, прыгает, сливает уже двоих. Высасывает из него дэмэдж, но сейчас опять подкатится у них пунч. Да, откатывается Дарпак, пунч. Пунч, пунч. Ну и дальше идет у нас атака. Минус у нас Джун должен быть, очень неплохо так нарезает его. Брюмастер выживает. Выживает. Ну тут Кси должен сейчас поймать. Ну, ветра его травляет и. Так, ну Трашан. Тут команда IG. Ну что-то должно быть интересное здесь. Да, Скайрос Мейдж очень сильно стрял. Здесь второй настал на него. Ну и уходит, уходит Скайрос Мейдж. Ультимейт включает у нас Ларк, начинает нарезать у нас. Пришла Кати, время тут минус 2 уже у команды IG происходит. Да, минус у нас Профет. Брюмастер тоже у нас встает. Ну и Сларк. Сларк отпивается. И Сларк единственный остается тут живой. Ну, можно, конечно, сейчас попробовать кого-то забрать. Это паут делает у нас Кси. Типа должны были видеть у нас Сларка здесь. В этом моменте. Да, Сларк прыгает, убивает у нас Джишлака. Ну и тоже сейчас должен как-то уходить отсюда. Ва. Ну, паунч очень долго. Очень долго паунч. Так, ну отправляется к своим. Тут же смог юзается. А тут же у нас есть Брюмастер, которого можно поймать. Через хекс убить. Вообще изи. Ну и подставляется, да. Есть хекс, сразу же телекинез. Все просто складывается в этого Брюмастера. И минус. Так, Сларк, 2000. Ну, Сларку нужно, наверное, какой-то БКБ, мне кажется. Какой-то интересный БКБ. Ой-ой, он еще не вышел. Ну и Джуна сейчас будет сбивать. Джун насасывает дэмэдж. Ну и Сларк приезжает.
Тем временем, у нас вверх тоже происходит очень много интересного. Убивает у нас уже троих, тут ребята, троих точнее убивает, потому что цепляет у нас Nature's Profit. Минус Nature's Profit, это минус 3 на топе, еще может... Опа, заезжает ракеточка, лазер, еще ракеточка. Нет, еще Хекс, точнее, Дагон и минус у нас Профит. Это ж не так интересно, наверное, как за Тинкер отследить. Да, хорошо, прыгает Таджу, Наджу, у нас закрыли вардами, у нас Метиклейм, атакует у нас Форстаф, и его Кси, дальше нарезает, Кси вообще никто не трогает. И Кси очень много может дэмэджа сейчас нанести игрокам. Ну, минус 2 уже есть в исполнении команды IG, подняли у нас ветра Тинкера, игрок это все равно, минус у нас Брюмастер. И кого ловят? Ловят, ловят нас Ларка, и это Good Game пишет у нас там фу. Потому что это грязь, такие игры. Ну что ж, закончился у нас второй финал, и нас впереди ожидает третий финал. В исполнении таких команд, как Old Boys, с очень прикольными игроками, против команды LGD China.